специалист или нет. Вот так, ребята. О! И по чуть-чуть вверх, да, туда. Не, по чуть-чуть. Вот. Большие правы. Вот. Оп. Ух ты. А так все четко. Ого, получается кублышка. Ну да. И кстати, друзья, переходите на мой лайв-канал. Там все и водолага, и я, и водолага. И как называется лайв-канал? Сын блогера. Ага, ну хорошо. Будет ссылка или под видео, или в комментариях. Переходите, добавьте меня до 1000 и ставьте лайк, и подписывайтесь. Всем привет! Сейчас я вам покажу, на каком этапе, что мы уже сделали, что делаем и сколько я потратил деньжат. 45. И сколько я потратил деньжат на данный момент на такой сарай. Сколько уже потрачено. И сколько еще примерно надо потратить. Я все записываю, так как интересно. Ну, вообще я, чтобы вы понимали, ну, кто новый. Я в строительстве очень хорошо считаю, то есть именно по затратам на материалы. Ошибаюсь я только в одном, во времени и срок выполнения работ. Это у нас единственная проблема, которая была на работе. Я все просчитывал. Металл весь, тоннаж, ценовую политику. Только я никогда не могу угадать срок исполнения работы. То есть, чтобы работы сделаны были в срок. Это у меня одна проблема была всегда. Ну, я сейчас дома. Строю сам себе, мне срок, грубо говоря, не важен. Я постепенно и сделаю. Так, итого, как мы видим, стены я все зашил наружные. Все стены по наружке зашиты. Окна я уже повыпиливал здесь три. То есть вот так. То есть, чем обшивали наружные стены. Вот таким профлистом, кирпичик. Так, стены зашил наружки, занимаюсь утеплением. Утеплением, подрезкой пенопласта, самим непосредственно подгоном пенопласта в каждый паз между брусьев. И мне предстоит вот это все утеплить. Все. Фронтоны я не стал пока трогать. Утеплю вот эти все моменты. Окна у меня, кто новый? Двери из пивных холодильников, то есть стеклопакеты хорошие.
одинарные, ну, два стекла, одна воздушная подушка. Под эти окна я уже сделал вот такие проемы. И под эти проемы потом набиваю четверть, прикручиваю насквозь петли, ну, на болты, типа как вот это вот. И таким образом будут у меня пластиковые окна за, грубо говоря, 3 копейки. И у меня их, я взял их 20 чем-то штук, а мне сюда надо только 1, 2, 3, 4, 8-10 штук. Еще даже останутся, наверное, еще один сарай придется строить или склад под зернопродукцию, туда их использую. Значит, я начну обшивать, закончу обшивать, утеплять пенопластом. Потом мне надо, пока я не начал крутить внутренний профлис, мне надо на каждом столбе сделать по 2 закладных. То есть вот где будут эти клетки, вот примерно на расстоянии метр там, выпускать закладушку здесь флажок и выпускать закладушку здесь. Оббиваю таким же утеплителем и кручу профлист. Закладные варить надо сразу, до утеплителя и до профлиста, чтобы эти закладушки торчали из профлиста. То есть профлистом уже внутрянка вся зашита будет. И когда вся внутрянка зашита будет профлистом внутренним, эти флажки, закладушки, так сказать, будут торчать из профлиста, чтобы дырки потом не делать, не искать, где эта несущая колонна, чтобы к ней приварить перегородку, решетку и так дальше. Ну, вы поняли, о чем я. То есть мне везде надо поварить эти закладушки. Потом побетонировать тут напротив, вот это 3 метра, напротив каждой побетонировать маленькую стоечку, забетонировать и крепиться туда. И будут клетки все по 2 метра. Каждая клетка 2 на 3. Сарай 16 на 8. Всего получается 16 клеток. Итого по затратам. Так, это все, что я потратил за, грубо говоря, за все время. 40 тысяч. Это я купил, первая покупка у меня, по-моему, 39 с копейками была, и накладная была. Ну, там, кому уже интересно, и накладную посмотреть, зайдите в видео в плейлисту про сарай, там есть. 40 тысяч профлист, труба, пенопласт, это 40 тысяч гривен мне вышло. Потом 4 тысячи брус, 100 на 50, 1500 уголки, ну, уголки вот эти вот крепежные, первая партия. Потом 600 гривен цемент. Цемент еще оставался. Это и на сарай там у меня, по-моему, оставался. 2000 гривен окна. Но это окон, что я набрал, грубо говоря, еще на новый сарай хватит. И 3000 кольца с доставкой. Яма. Брус. 7200. 100 на 50. Это я докупал. 6200 брус. 100 на 100 шалевка. Одна, ну, короче, брус 100 на 100 и шалевка 1,2 куба вышло всего дерева. 1300 уголки плюс гвозди. Это я последнее время брал. И купил я 2 утеплителя. 550 гривен. 2 утеплителя. То есть 1100. На русские рубли сразу. А то просили, переведи на русские. И умножайте все в 2,5 раза. Вот сейчас я умножаю и переведу, сколько примерно рублей. Так. 40 тысяч. 40 тысяч плюс 4 тысячи. 1, 2, 3. Плюс 1500 плюс 600 плюс 3, 2, 5 тысяч. 1, 2, 3. Плюс 750 плюс 700 50 плюс 7 200 плюс 6 200 плюс 1300 и плюс 2 утеплителя 1100 равно 60. Вот я потратил на данный момент на вот это все, что сейчас стоит. За работу я не плачу, я делаю сам. За все, что стоит,
67 650 гривен. Умножаем на рубли и умножить на 2.5 равно 169 тысяч рублей русскими. Вот так. Вот это то, что я потратил на данный момент, на сегодняшний день. И то, еще у меня утеплителя куча. И это профлист, посчитанный внутренний, который еще не покрученный, он лежит пачка. Буду только крутить. Теплоэффективности. Он теплее, чем вот такой сарай, чем с газобетона двадцатки. Выходит теплее. Откуда я знаю? Потому что мы строили овощехранилище, где хранятся овощи. Овощи и вообще морозов нельзя туда. Также мы строили такие ларьки, магазины. Очень теплые, эффективные, где продуктовые. Также я знаю, у меня у знакомого такой же сарай. Только у него там такой кролики, бараны. Ну, все подряд. Очень теплый сарай. И по затратам он выходит дешевле, чем с газоблока. Почему? Газоблок, вот, к примеру, берем газоблок куб 1500 гривен. 1500 поделить, там 5 квадратов по 20 сантиметров, если стенку ложить 20, поделить на 5, равно 300 гривен квадрат, только газик. А у меня тут квадрат выходит 140, и утеплитель, грубо говоря, гривен 200. Гривен 200, только под газоблок надо копать фундамент, такой траншею дебелую, армировать, делать хороший армопояс, и заливать бетон хороший, не вот этот дома наколотил укрытие и залил, а нормальный. Я думаю, с ЖБК, чтобы трещин не было. Чтобы не треснуло, не рэпнуло нигде ничего. Этот сарай этого всего не боится. То есть не трещин, ничего. Он как пластилин связанный, грубо говоря, такой. Где-то что-то село, просело, оно нигде не отразится. Он не боится такого. Из газоблока внутренние стены надо штукатурить на крайняк, на сетку. А штукатурка мне тоже не подходит. Почему? Как штукатурка тоже черная будет. Надо плитка. А плитка это еще, ну, возьмем самое дешевое, 120 гривен квадрат. И пошло-поехало. Кладка кирпича на стены надо на газоблок или проволоку ложить. Ну, то есть все, ну, все только, то есть затрат больше на газоблок. Я это считал. Я хотел сэндвич панелей. Объездил все, БУшку, БУшку, БУшку. Она все дороже. Вот это самый такой оптимальный вариант по затратам. По затратам, и чем хорошо, ты сам берешь и делаешь. Ну вот каждый хозяин, там, каждый мужик дома во дворе сам может это все строить там, со своим сыном, даже с женой. Но тут, грубо говоря, мне сильно помощь нужна была на ставить стропильные пары. Это самое такое, что я сам не мог. А так все остальное, грубо говоря, элементарно. И так же самое сейчас пенопласт. Повставлял, профлист занимается сам, крути. Где там сварные работы, закладушки, макладушки сам взял, поварил. Ну, вот такие затраты у нас на данный момент. И еще плюс надо будет, грубо говоря, я беру, грубо говоря, двадцатка крыша. Это профлист, ну, может, 25. Профлист, утепление и обшива внутри. Берем десятку. Металл внутри на решетке и заливка. Заливка не принял еще решение. Или железобетонного комбината заказывать миксер. По 2000 куб, наверное, выйдет минимум. Или же самому по клеточке заливать. Это я еще подумаю. Но такие, друзья, у нас затраты. Все, всем пока. Думайте сами, решайте сами, быть или не быть.